Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 1262. Школьников повезли на стрельбище стрелять из автоматов. Можно ли православному христианину туда ехать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Запрета на то, чтобы уметь стрелять, нет. Я жил почти с самых малых лет с ружьем в руках. И скажу, что умение пользоваться ружьем или автоматом никак не помешает. Конечно, никогда и нигде и никого из людей не убивать. В нашей книге «К истинному православию» читайте раздел. А я говорю вам, любите врагов ваших.